И снова всем привет. Мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. И сейчас рассмотрим правку шеи лежа, когда человек лежит вверх лицом. Да? Но сначала надо подготовить его. Значит, для подготовки, как я уже говорил в прошлых видео, чтобы подобраться к атланту, надо все мышцы вокруг шеи проработать. Да? Значит, берем для начала, разминаем, залазим вот туда поглубже, до 4-го грудного позвонка. Поднимаем руки вот так вот упор об стол. И остистые отростки между нашими пальцами идут. Мы их вот начинаем вибрировать вот так вот. Ну, давайте сначала просто протянем. То есть позвоночник растягивается, как мостик на наших руках. Вот залажу туда поглубже. Приподнял руки и вытягиваю шею дальше, до черепа, расслабляю голову, висит, до черепа дохожу, кладу ручки тарелочкой вот такой прямо на стол и пальчиками мышцы, которые крепятся к черепу, вот, начинаем так вот мягко оттягивать, прорабатывать на себя, продолжаем декомпрессировать, уходим по волосистой части головы, успокаивая его подсознание. Большими пальцами проминаем мягенько, по линии роста волос. И уводим по щекам лимфу по груди на ключично-сосцевидной мышце. Вот туда, до ключицы прям. До грудины. Второй проход. Опять же ныряем. И уже начинаем с вибрации вот с такой. Нажнули. И провибрировали. Все эти вот позвонки до черепа. Опять тарелочка. Руками потянули на себя, пальчиками потянули шею. Ух, массирую мягко волосистую часть головы. Можно помассировать лоб. И вот вводим вот туда, под ключицу. То есть надключичная ямка вот эта вот, да. Вот туда протолкали, простимулировали лимфоток. Следующий проход, остистые отростки между нашими пальчиками, и мы как бы пинг-понг, перекидываем их друг в друга, туда-сюда, влево-вправо. А ты сейчас на себе почувствуешь. Залезли, подняли и вот перекидываем их, расшатываем таким образом. Отпускай голову, отпускай шею. Во, потянули на себя опять же. И дальше уходим по волосистой части головы, брови расслабляем, уходим вот туда, потолкали в плечи по очереди и увели лимфу по грудным мышцам в подмышечную впадину. Теперь положили голову ровно на бок. Таким образом у нас обнажилась грудино-ключично-сосцевидная мышца. По ней мягко проработали туда. Миофасциальным релизингом вот мы ее потянули. Можем потянуть поперек. Сюда и туда. По диагонали. Сразу же рука захватывает затылок с той стороны. Первый прием по 90 градусов. Скручивание за челюсть. А эта рука в плечо упирается. Вот так потянули. Это все растяжки. Поэтому без резких движений делаем. Не отрывая рук, перехватили руку на верхнюю скулу. Потянули уже под 45 градусов относительно оси позвоночника. Не отрывая руки, переложили на висок. И уже примерно под 15 градусов относительно позвоночника. Сейчас вы все увидите с обратной стороны, как тянется шея. Значит, все это мышцы тянутся, и лестничная, и кивательная мышца. Вот, грудино-ключичную размяли, захватили и потянули под 90 градусов, за верхнюю скулу под 45 градусов, за висок под 15 градусов. Видите, как там все натягивается, да? Теперь подхватили под затылочную кость. Прямо где БЗО. И нам надо почувствовать, чтобы вот череп вот так вот прямо на одной точечке качался.
получается. Подложили одну руку туда, ну, в принципе, любую. И мягко берем за подбородок, чтобы видно было. Можно вот так взяться, да, но ладонь обычно жестче. Уже помягче вот так вот. Мякоть. Предплечье. И потянули на себя, попружинили несколько раз. Попружинили несколько раз вверх. Попружинили несколько раз. В общем, латерофлексия 45 градусов. Наклон вперед 45 градусов. И ротация 45 градусов. Вот нос лежит на оси позвоночника. Попружинили вот таким способом. Вверх. Также опустили голову на экстензию, попружинили. В эту сторону получается. Вот так мы растягиваем мышцы levator scapulus, противоположную к вот этой лопатке идущей. И на экстензию. То есть получается в шести положениях потянули голову. Ну и вот теперь он как бы готов для правки шеи, да, но сначала рекомендую все-таки проделать декомпрессию за череп. Но об этом будет в следующем ролике, а сейчас мы потренируемся друг на друге. Дорогие друзья, будьте с нами. И у вас подписка о невыезде с канала. И, ребятки, небольшое замечание. Туда ныряем поглубже, потому что ременные мышцы, они самые глубокие на шее, идут до 5-6 грудного позвонка. Ну, докуда рука достянется, да, лучше туда. А теперь отдельно их вытянем, разомнем. Поднимаем голову прямо вот так вот, кладем себе на живот. И вот туда поглубже, до 5-6 долазим. И вытягиваем на себя. На себя. Вот, берите во внимание. И снова всем привет, дорогие друзья. Проходим мануальную терапию. Сейчас мы будем за череп выдергивать практически весь позвоночник. Декомпрессирую его от таза. Ну, есть столы такие у мануалистов, куда такие штыри вставляются, чтобы таз держать. Да? Ограничители. Ограничители, да, чтобы верхняя часть вся вот ушла к черепу. А так можно попросить, ну, обычно, когда они приходят супружеские пары, там муж на жене, либо жена на муже сидит, либо вот какой-нибудь ассистент держит за бедра, либо вот так, либо можно прямо лечь, только над коленками, чтобы коленки не трогать. Либо можно коленями залезть на стол и прямо сесть на ноги. Ну, можешь, не знаю, можешь лечь. Нет, допустим. Да. Удержу. Да, удерживаться. Угу. Скатываем вот так вот полотенчика, либо простынь. Ну, в данном случае простынь тонкая, поэтому смотрим, где шов. Швом разворачиваем вот в ту сторону, чтобы, когда потянули, он не порвался. Против шва не порвешь, а вот с этой стороны может порваться. Под голову подкладываем. Натянули на себя за затылочные кости, видите, по диагонали. И причем обратите внимание, держу стол, обязательно бедром придерживаю стол. Потянули, покачали. Можно, если шея расслаблена, вот так вот аккаунт поставить быстренько. Для каких-то там худосочных, например, девушек с длинной шеей, вот этого уже достаточно, да? Иногда дергать-то и не надо, там уже все прохрустит. Для более серьезных шей захватываем поближе к носу, но все оставляем, чтобы дышал человек. Предупреждаем, чтобы закрыл глаза, сомкнул челюсть, натянули. И вот есть разные вариации. Первый толчок. Было. Вдоль позвоночника. Была только шея, да? Угу. Чтобы дойти до грудного отдела, мы подкидываем голову выше, вот так вот держим. И я по диагонали вверх тяну. Не дошло, да, пока? Ну, там надо покрепче держать. Значит, смотрите, натягиваем по верхней скуле, вот так вот. Ни в коем случае не сбоку, иначе ухо сорвете. Может ухо оторваться. И еще один, третий такой дифференцированный способ. Увеличиваем лордоз. Примерно под 3-4 позвонок шейный. Подкладываем вот именно эту складочку, да. И тянем уже не за всю тряпочку, а именно вот за вот этот краешек. С вот таким вот поддергиванием. Вниз, вверх, вверх и вниз. Сейчас было что-то? К седьмому. К седьмому, да, ушло? Еще один способ.
перекидываем вот так вот полотенчика. Здесь, вот там за затылок, да, держим. А здесь оставляем просто, чтобы на челюсть давило, но ни в коем случае на сонную артерию и на кадык. Поэтому обе части захватываем снизу. Вот тут же прям под затылочными костями. Вот, мощный захват. Именно там, опять же, не возле уха, чтобы ухо не сорвать. И есть два варианта. Если голову загибнули вот так, то будет больше заременные мышцы до шестого позвонка дойдет. Либо голову держим ровно вдоль тела и на себя толкаем. И отдельный еще способ, чтобы уж точно дошло до поясницы. Тогда под поясницу подкладываем либо подушку вот такую. Садись. Просто садись, да. У нее высота, как раз видите, по высоте таза. Вот L5S1 подкинули. Можно еще одну подушку подложить под стопы. Ты также тут держи. Угу. И мы таким же способом, уже привычным для нас, уперевшись в стол бедром, да, расшатали, растянули, почувствовали расслабление и толчок. А сейчас до куда дошло? Второй где-то. Так, ну ты немножко и до грудного. Ну, где-то дошло, да? Третий, да. Вот, ну вставай. Вот мне сиди, сиди, смотри, сядь, просто сядь. Так же, как сидел. Я сижу. Нет, ну развернись спиной сюда, спиной туда. Можно придумать что-нибудь еще, положить под поясницу, например, вот такую вот подушку Мейермана почти. Либо вот йога-кирпич, вот поясницу сдвигайся туда. Вот подложили, ложись. И попробовать вот такую самодельную петлю Глисона. Ну, либо они продаются там в интернете практически. Везде есть. Вот ее симметрично выравниваем. По тому же принципу подкладываем за затылочную кость, за скулу. Фиксируем здесь. Держи его. Упор в стол. Зафиксируем вот так. Чтобы только скула, нижняя челюсть тут не играет роли. Натянули, натянули и толкнули. Так, а сейчас до куда дошло? Сейчас уже никуда не пошло. Да? Ну, мы уже многократно друг друга дергали. Можешь вставать. Будем отрабатывать друг на друге. Без меня. А вы лучше приходите к нам, будьте с нами, любите нас, пишите комментарии. С вами был Олег Алавгудвин, непревзойденный учитель номер один на русском пространстве интернета. Да, пока-пока, друзья, лайки ставьте. И снова всем хип-хоп лалалей. Так, мы продолжаем наш тренинг по мануальной терапии. И вот мы уже шею потянули, размяли, покрутили во все стороны. Да, подошли как бы к тому моменту, чтобы по разгоряченной шее провести правки. Подходим также дифференцированно. Можно, в принципе, так, немножко нервно лежишь, плечами сюда. Можно, в принципе, если вы чувствуете, что расслаблена голова, да, то просто одним махом вот так раз, и там все прохрустит до 4-5 грудного позвонка. Вся шея целиком, да? Но мы будем умнее, подойдем дифференцированно. Значит, прощупываем сначала остистые отростки сзади, да? Вот где они там, как они там идут. Потом поперечные, вот здесь вот. Ну, любым пальцем. Указательным, большим, каким вам удобнее. На наклоны, на кивок, на вращение. Для себя примерно сформировали в голове картину, так в 3D, да, вот как эти позвонки развернуты, куда там, влево, вправо, где выпирают. Ну и, например, 7-й позвонок правим. В боковой отросток упираемся вот этой косточкой указательного пальца. Вот сначала открыли, вот он здесь находится, уперлись. Но не давим, да, просто подготовились. Шею, мне придется отсюда встать. Шею тянем, там не видно, да,
Давай вот отсюда тогда. Вот. Готовим, готовим. И прямо на упорный палец свой. Вот так вот запихиваем туда. Опять же, тоже правило. Чем ниже позвонок, тем больше мы наклон используем. Чем поднимаемся выше С2, да, тем больше ротация. Вот такая с носом на оси позвоночника. Вот, например, 34-й позвонок. Можно вот так руку переложить. И вот сюда. Чувствуем, как он расслабился. И провели манипуляцию. Ко второму позвонку подошли. Вот так можно упереться прямо в него сбоку. Да? Подготовились. Нашли ракурс. Вот такой примерно. Ну как примерно? Опять же, очень легко запомнить все. 45 градусов в бок. 45 градусов вперед. 45 градусов ротация. И вот такое усиливаем, как бы с той стороны растягиваем, видите, а с этой стороны давим. То есть тоже правило, с противоположной стороны растянули, чуть выше позвонка, это значит за череп мы тянем, да, а с этой стороны второй позвонок задвигаем обратно. Расслабились, расслабились. Почувствуйте, что он расслабился, как будто как на одном пальчике, на одной точечке вот так череп болтается. Раз. Вот он встал. Со вторым позвонком можно еще поступить вот так вот, на вытяжение головы прямо вот туда, вдоль тела, в той же позе. Уперлись уже не так, а вот так во второй позвонок, и уперлись в плечо. Вот получается, под плечами будем отталкиваться. Натянули, натянули несколько раз, а потом раз, толкнули. Дальше второй и первый позвонок С1, они больше на ротацию. Берем опять 45 градусов сюда, 45 градусов сюда, ротация 45 градусов, и вот легонечко в челюсть, только чтобы он был расслабленный. И толкнули. Толкнули затылок в ту же сторону, куда выпирал у нас поперечный отросток. Теперь не получилось у нас на флексию сделать, попробуем на экстенсию. Двигайся, пожалуйста, сюда к краю. К торцу стола. Еще, чтобы плечи были вровень с краешком. Еще чуть-чуть. Угу. Вот он лежит, голова отвисает, да? И также мы уперлись. Смотрите, еще как можно. Если остистый отросток у второго позвонка вот с той стороны, да? Мы в него теперь уже востистые. До этого были все такое поперечные. Востистые уперлись вот туда, руку загнули вот так вот. Получается, у нас работает плечи наши вот так. А с этой стороны челюсть доворачиваем. Вот, висит на экстензию, присели. И крутанули резко вот в ту сторону. Отпускаем человека назад. Двигайся, двигайся. Ну, в принципе, я все показал на одной стороне, да? А вы теперь проделаете все на второй половинке тела человека. До новых встреч, дорогие друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии.